Запись. Блин. Итак, друзья, доброе утро всем. Сегодня воскресенье, а это значит время 9 часов 30 минут и время наших улыбок, время чудес. И сегодня вы уже привыкли с нами всегда по воскресеньям Лариса Иванова, а это наша суперлидер, которая зажигает наши сердца. И мы потом, друзья, светим с твоими улыбками и несем это все в мир. Лариса, мы готовы! Вперед! Погнали! И волшебного утра, друзья! И как всегда потянулись, улыбнулись и надели как очки улыбку. Все, ее больше не снимаем, не снимаем никогда. Ходим целый день с улыбкой и распространяем вирусы радости. И сегодня воскресенье, день семьи, поэтому я рада, если вы будете делать вместе со своими детками, внуками, бабушками, дедушками и всеми родными, близкими. Да. И сейчас давайте мы начнем с метафизики и набираем все стаканчик воды. Лучше, конечно, если она немножко будет горячая, с лимончиком, да. И сейчас мы будем проговаривать все доброе, хорошее, что мы будем воплощать в нашу жизнь, и пить эту водичку, пить и радоваться этой жизни, и смеяться, как все, когда мы делаем, мы душ принимаем, мы смеемся, мы ведро воды на себя выливаем холодное. Что мы после этого делаем? Да, конечно же, тоже смеемся. Дождь пошел, смеемся. Что бы ни произошло, да, мы все равно смеемся. Итак, ждем, когда все наберут водички. Да, ждем. И говорим, кто молодец? Я молодец. И пьем. Кто красавец? Кто мисс красоты? Скажите, я. Кто победитель-триумфатор? Я! Кто красивый, сильный, идет по подиуму как победитель? Я! У кого мультимиллиардерское сердце, он занимается благотворительностью? Я! Кто самый красивый, самый здоровый в мире? Я! Кто самый веселый, самый озорной, кто зажигает сердца вокруг и ведет за собой много-много единомышленников? Я! Кто здоровый, энергичный, бодрый, готов танцевать, заряжать? Я! Ну, немножко оставим водички. Салфетки на всякий случай с собой тоже приготовьте, потому что может быть такое, что нужно будет что-то сплюнуть. Мы спали все-таки, да? Вот. И, дорогие друзья, сейчас мы с вами будем здороваться на разных языках. И первое поздороваемся по-гавайски. Алоха. И мы набираем воздуха в живот. И когда ха, мы смеемся, ха-ха-ха, на выдохе втягивая животик. И приготовились, вдох. И помните, воздух закончился, а мы еще шепотом продолжаем смеяться, да? А теперь по-армянски. Баре. И будем смеяться на э. Приготовились до баре. Можно полностью баренцес. По-английски. Коротко. Хи. Давайте ему посмеемся на и. Хорошо. А теперь по-грузински. Гамарджоба. И смеемся на букву А. Вдох. Гамарджоба. Ха-х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 а
теперь по-русски «Привет!» И на «э» смеемся. И «Привет!» Хорошо, молодцы. И немного о пользе смеха. Есть смехозарядка, она, конечно, несомненно, дает гормоны радости, да, такие эндорфины, мы заряжаемся. Это самое главное. Наше турбулентное время, когда вот так вот всех трясет, то очень мало видишь смеющихся людей, особенно среди взрослых. Поэтому мы включаем вот этого ребенка в себе. И давайте взрослого выключим. И выкинем этот ключ. И включим себе ребеночка. Но мы добавляем смехозарядки еще йогу. Что такое йога? Йога – это пранаяма, это все про дыхание. И мы делаем наш смех еще более целебным, как на тренировке. И знаете, наш мозг, он не различает искусственный смех или настоящий. В любом случае выделяются гормоны радости. Поэтому, конечно же, классно, смотрите кинокомедии и встречайтесь с веселыми друзьями, и смейтесь как можно больше. Ну и приходите на тренировки, потому что йога смеха – это тренировка, как в спортзале, где мы теряем лишние калории, а стройнеем, становимся моложе, потому что это фейсбилдинг, да, вот нахмурьтесь. И сразу, да, старше стали, сразу морщины все. А теперь улыбнулись и потянули все наверх, да. И, конечно, это здоровье, потому что если я говорю про дыхание, да, то мы учимся правильно дышать, и мы учимся вместо 1 литра более 4 литров набирать воздуха. И с каждой тренировкой наши легкие, они становятся, знаете, как крылья орла распахиваются, они больше кислорода принимают, лучше идет циркуляция, лучше идет кровообращение, лучше поступает кислород к разным органам, и открывается творчество, открывается харизма, проявляются лидерские качества. Представляете, как классно? Уходят в вредные привычки, потому что мы их меняем на полезные привычки, получаем удовольствие от радости, от счастья, от смеха. Представляете, привлекаем к себе больше успеха. Да, скажите, да! Это эмоциональный интеллект, это умение управлять своим интеллектом, чужим интеллектом, распознавать его, да? И это способствует миру во всем мире, потому что человек может делиться только тем, что внутри его. И пусть внутри нас всегда будет что? Солнце! Да! Вот так вот столько пользы несет йога смеха. И сейчас мы поговорим именно о правилах целебного смеха. И первое, мы уже сделали, мы надели улыбку, да, чтобы мы не смеялись, как роботы. И сделайте вот так пошире-пошире улыбку. И оказывается, не у всех она сильно открывается, потому что у некоторых блоки, зажимы, да. И мы немножечко себя вот так вот, давайте помассируем. Помассируем. Вот эти вот все блоки, это то, что с помощью социума накоплено было нами в течение нашей жизни. То, что нам мешает. То, что нас блокирует, и мы уже договорили, что мы убираем все это из себя, убираем взрослого, мы включились с ребенка, да, и мы вот такой вот массажик делаем, и делаем улыбка и губы трубочку. Еще раз улыбка, пошире, трубочку, улыбка, трубочку, улыбка, трубочка. А теперь как верблюд делает, давайте. Живем как верблюд. Да. Хорошо. И языком покололи в щечки. Это и такая гимнастика для лица тоже. Укольчики. И языком вокруг зубок. И в другую сторону. И еще раз одели улыбку, трубочку. Одели и расслабились, расслабились. Немножечко давайте разотрем ручки наши. И личико наше красивое, молодое, сияющее. Да, вот такой легкий массажик. Волосики вот так все, голову растерли. И себя потянули. Кто там в болоте еще застрял? Да, тяжелая эта работа. Тянуть
из болота бегемота, да? И ушки растерли, ушки хорошо-хорошо растерли, все точечки. Вот, тоже запускаем организм, все органы. Так, молодцы. Итак, себя чуть-чуть попрохлопываем. Можно говорить ха-ха-ха-ха-ха. Пока просто говорим ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я смотрю, что вот цигун кто делает, они тоже стали, да, добавлять сюда. Вот тоже смех, цигун смеха делает, да. И вот они прохлопывают и говорят ха-ха-ха-ха-ха. Ножки хлопаем, животик. А уходит у нас животик вот так, как водичку его делаем. Вот попу наказали, все лишние места, бедра, там животик, спина, кому что нужно, холочку убираем. Молодцы, кто молодец? Скажите, я молодец, да. И светит солнышко. Отличное настроение, потому что солнышко у нас светит изнутри и в любую погоду. Если нет солнца, то мы должны что делать? Светить ярче. И второе правило смеха. Итак, улыбку мы одели, и мы сейчас широко будем открывать рот и будем говорить, кто молодец? Ты молодец? А мы говорим, да! И открываем широко рот, берем себя за подбородок и помогаем себе. Ты молодец? Говорим, да! Ты лидер? Да! Ты победитель? Да! Ты красавец? Да! Вот такой вот большущий рот. И представляете, чем больше будет рот, тем больше будут сбываться то, что мы произносим. Хорошо? Мы сейчас все хорошо размяли, у нас ротик хорошо открывается. И смотрите, смеяться мы будем начинать на букву А, потому что сейчас мы начинаем тренировку, и на букву А у нас как можно больше выходит воздуха. Это наша задача. Второе, мы включаем громкость. Вот подходим к нашему магнитофону, какой-то аппаратуре, и на всю громкость включаем вот колонки на полную мощь. И сейчас мы будем смеяться на улыбке с большим широким ртом, да, и громко-громко, хорошо? И приготовились, вдох, и громче, громче, молодцы. А теперь знаете, что мы с вами добавим? Теперь мы с вами добавим длину выдоха. И выдох, когда мы смеемся, он должен быть длинный, 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 длинный. Вы знаете, берем камушек такой плоский, как на море. Помните, когда мы кидаем? И вот сейчас мы этот камушек вот так вот закинем, и он будет... И вот наша задача, чтобы как можно больше этот камушек, да, проскакал по морю. Хорошо? И берем камушек, и вдох, и и смотрите, у нас уже голоса нет, а он еще прыгает. Что нужно делать? Помогать ему шепотом, воздуха нет, воздух еще есть, голоса нет, и мы... Понятно? И приготовились, взяли камушек, вдох и... Вы чувствуете, когда уже воздуха нет, и вот тогда... Полно легкий, набирайте воздуха. Это гораздо больше будет воздуха, чем когда вы просто непринужденно смеетесь, когда, например, смотрите кинокомедию. Да? Вот. Это очень важное правило в йоге смеха. И, конечно, мы обращаем внимание, что мы дышим животом. То есть, когда мы делаем вдох, у нас животик беременеет радостью. Вот такой, надули его. А теперь выдох. И он сдувается. Мы такие голодные волки. Мне недавно один человек сказал, а что если
Когда надуваю, он уже надутый, как-то так сказал, так смешно было. А я говорю, когда выдох делом втягиваю, тоже говорит, он уже был втянутый, куда еще втягивать, да? Но вот мы сейчас тоже в этом плане работаем над своей талией, убирая лишние калории. И знаете, это как в тренажерном зале, у нас даже пресс начинает обозначаться, да, то есть мы убираем там лишнее-лишнее, все, что нам залежи, которое нас еще огорчает, да. И сейчас мы делаем вдох через животик, смеемся долго, громко, на букву А, да, и когда воздуха нет, мы продолжаем шепотом. Приготовились, вдох. Я! Хорошо, хорошо. И сейчас последнее правило, что мы делаем? А мы добавляем тело в дело. И сейчас мы смеемся всем телом, всеми частями и даже внутренними органами. Приготовились, вдох и... Дольше, дольше, громче и... животик задержали, выдыхаем все ненужное, вдох, набрали все ароматы цветов, задержали, пропитали каждую клеточку, выдыхаем все ненужное. Сейчас сделаем с вами вот такой вот. И посмотрим, насколько у вас губки расслабились. Да, мы массировали, делали немножко упражнения. Ну-ка, сделали лошадку. Вот, если еще сложновато, значит, понимаете, да, что нужно делать. Нужно больше упражняться, массировать. То есть это еще какие-то блоки. Сейчас звук добавляем. Вдох. Еще раз. Вдох. Хорошо. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Давайте проговорим скороговорочку. И цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. А мы сейчас запустим на нее волшебный смех водички, и цапля воскреснет. И поливаем. И цапля воскресла и улетела. Потому что у нас ничего не бывает с печальным концом, да? И сейчас мы с вами будем тянуться к солнышку и набирать смеха лучиков, да? Берем нашу корзиночку, набираем, набираем, тянемся, тянемся, солнышко. Добрые лучи, теплые лучи, радостные лучи, оранжевые лучи, смеха лучики. И пьем и смеемся. Заряжаемся солнышком. Меньше кушать будете, меньше к холодильнику подходить. Солнцем надо питаться.
видим, приплыло облачко, и мы берем наше ведерко, да, и облачко дает нам дождик, набираем дождика, вот такая божья роса, набираем целебно чистой водички, да, и начинаем пить, и смеемся. Вот такой классный напиток. Энергонапиток. Класс, появилась радуга. И набираю все краски этой Божьей улыбки, все краски жизни и счастья. Набираем, смотрим, какая здесь водичка цветная, и оранжевый, красный, желтый, и все это пьем, и выливаем на себя. И заряжаемся радугой жизни. И вдруг пришла черная тучка, и загремел гром. Бум-бум-бум-бум-бум. Раскаты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом мы вспомнили, что мы части природы, да. И дождь — это хорошо. И сколько лягушек выскочило, и сколько червячков вылезло. И мы с вами подождем, танцуем и радуемся. Ура! И танцуем под дождем, да! Какой чудесный день! Какой чудесный день! Какой чудесный я и все мои друзья, да! Танцуем под дождиком! И прыгаем по лужам! Кто сказал, что только дети любят прыгать? А мы же уже взрослые дети, и прыгаем! И брызги! Еще раз прыгаем. А тут столько лягушек выскочило. И мы поняли, что мы одно целое с природой. И мы прыгаем, как лягушки, квакаем. Квакаем и смеемся. И квакаем. И прыгаем. И вылезли червячки, и мы поняли, что мы тоже одно целое с природой, и мы как червячки тоже вот так вот ползем. И опять выглянуло солнышко, да, и красивее еще больше радуга, и запели птицы. И мы поняли, что мы одно целое с природой. И полетели вместе с птицами. Птицы поют, а наша песня — это смех. Потому что смех — это тоже песня природы, которая дана только человеку. Это лучшее лекарство и лучший гормон радости. И заряжайка. О, и нашу считалочку давайте вспомним. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, и по-английски давайте. Very good, very good, да. Very good, very good, да. И сделали вдох. И лошадка. Уже у всех лошадка должна появиться, да? Еще раз сделаем вдох. И... Ха-ха, лошадка прибежала, услышала. И мы поняли, что мы с ней тоже одно целое. И берем загривок, ногу, садимся, перекидываем в другую, и поскакали. И смеемся, скачем на лошадке и смеемся. Скачем на лошадке, но. И на смеемся, но.
по-английски. Very good, very good, да. Very good, very good, да. Вдох. Потянули стен на носочках. Животик воздуха. И выдох. Еще раз вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Так, молодцы. И как ваше настроение? Скажите, во! Да? А что ушло? Все плохое, все болячки, там, долги, обиды ушли, да. Ну, их вот так показываем и теперь меняем, да? Здоровью, радости, во, всего плохому, во. И меняем. Раз, два. Раз, два. Это легко, да? Раз, два. Теперь хлопочек. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И быстро. Раз, два, три, четыре. 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 Проблемам. Во! Радости, здоровья. Во! И меняем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хлопок добавляем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, молодцы. А теперь вот так сделали. Тыльная сторона кулачка. И пальчик опирается. Раз. И поменяли. Два. Три. Четыре. Профилактика деменции, укрепление памяти, развитие правополушарного, да, гармония правого и левого полушария. И убыстряем. Раз, два, раз, два, раз, два. Можно тело добавляют. Ра-та-та-та-та-та. А интересно, наоборот, получится, да? Да. И можно через хлопок. У кого получается, хлопок добавляйте. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Кто молодец? Скажите, я молодец. Хорошо. И сейчас мы с вами пропоем букву А. Набираем вдох, животик надувается. Задержали. И через ротик долго. И выдыхаем, тянем, 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 сколько можем. И смотрите, один и тот же принцип у нас идет при смехе, при пробивании гласных и при откашливании. Принцип один и тот же, то, что мы набираем воздуха низ живота. И как можно дольше тянем, тянем. И когда нет голоса, мы продолжаем беззвучно. Вот это один и тот же принцип. Хорошо, приготовились, буква О. Как у нас на тренинге, скажи, во, и поехали. Мы получили такой сюрприз. И... Ух ты ж! Давайте вдох. И... Обратите внимание, вы можете сами выбирать тональности, где-то низко петь, где-то более высоко, потому что мы тренируемся, да, мы вот разрабатываем голосовые связки, все вибрации у нас, вибраторы все открываются, все клапаны, да, А, О, У,
И помни, как мы баре смеялись, да? И сейчас мы пропоем далеко-далеко в горы, и чтоб нас услышало эхо, и долго-долго, чтобы каждая гора везде во всем мире отозвалась, да? И приготовились, вдох. А помнишь, что мы буквы все пропеваем тоже на букву, как на улыбочке, любую букву на улыбке, да, хорошо? А, О, У, Э, и сейчас И, и для этого мы сейчас положим руки друг другу на плечи, мы споем, что мы, да, самое лучшее, самое классное, самое веселое, самое счастливое, самое дружное, вдох, мы. Хорошо. Вот если есть позывы откашляться, давайте. У меня сейчас есть, откашливаемся. Вот, поэтому говорила, можно салфеточку приготовить, можно где-то сплевывать, водички пьем. То есть мы сейчас разработали наши голосовые связочки, горлышко округлилось, да, голос такой становится более объемный. Давайте подкашляем немножечко. И вдох. До конца. Еще раз вдох. Видите, я отвернулась, на вас не кашляю. Вдох, метафизика. Камушек запускаем далеко и кашляем вместе с тем, как камушек прыгает. И вдох. Хорошо. И теперь звук И. И не забываем, мы все делаем на улыбочке. Итак, вдох. И. Чуть не задохнулась. И сейчас наша последняя буква, любимая буква для нас, она первая, самая важная, самая главная. И мы все сделали, чтобы к ней подойти, да, прокачали себя. И давайте сейчас поем таким, знаете, каким голосом? Оперным. Хорошо, в любой тональности. И приготовились, и звук я оперным голосом, да? Вдох. И я. Оперные певцы, моя невестка, даже она певица, услышала бы, как я пою, и было бы очень-очень весело. Теперь берем пониже тональность и тоже оперным голосом округляем здесь горлышко и поем звук «Я». Приготовились, вдох. «Я». Еще раз не получилось. Оперную певицу включить. Еще раз. Вдох. Так сложно.
Приготовились. И я А теперь мы сейчас я споем, знаете, как гамму. Я. Хорошо? И тянем потом. И вдох. Я. Хорошо, друзья, ну а теперь обнимем нас, земной шар, и во имя мира во всем мире всем людям направим добро, радость, осознанность, чтобы был мир во всем мире, чтобы процветала наша планета, наша природа. Покачаем, обнимем наш земной шарик и громко-громко, с добром, со всем самым лучшим себе пропоем букву Я. Вдох. Я. Молодцы, ребята. Ну и сейчас минута смеха во имя мира во всем мире. На все буквы, на все регистры, на все тональности. И приготовились. Вдох. И... Ha 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 ha!
Хорошо, хорошо, хорошо. да, Да. лучший день, Лучший лучший день. день, Лучший да, день. Да. Миру мир, миру мир, миру да, мир. Да. Да. И, дорогие друзья, благодарю всех, кто был сегодня с нами, разделил эту радость, зарядился. А с вами была Иванова Лариса. И несем эту радость в мир. Будьте счастливы. Отличного всем воскресного дня. Спасибо, ой, Лариса, спасибо. Мы обещаем выполнить тебе это задание и понесем улыбки в мир. Да. Так и будет. Зуб даю. Если вдруг завтра выйду в эфир вот так, значит не выполнил. Ваше здоровье. Ой, друзья, Лариса, мы тебя благодарим. Я всегда по традиции прошу написать слова благодарности. А Лариса пошлет нам с вами сердечко. А это значит, у нас здесь будет еще теплее, еще радостнее. А это значит, наша улыбка еще будет ярче, друзья. Но мы с вами не прощаемся, потому что сейчас у нас с вами продолжение волшебства. Такие взбодренные, такие эмоционально заряженные. Мы сейчас с вами, друзья, продолжим погружение в сказку. А чтобы мы с вами погрузились в сказку, это все сейчас с нами сделает Инна Бабохина. Я знаю, что Инна приготовила очень интересную с вами нейрографику, поэтому мы сейчас с вами в эту сказку окунемся. Инна, вы здесь? Да, Инна здесь, супер! Надо, наверное, дать немножечко отдохнуть, да? 5 минут дадим, Василий? Да, буквально, чтобы приготовить фломастеры, карандаши, альбом формата А4 лист. Вот, я сейчас тоже быстренько приготовлю и присоединяюсь. А пока вам слово, чтобы наши участники могли послушать, что будет, как будет. Окей? Хорошо. Так, всех приветствую, друзья. Значит, так, что же я хотела сказать? Я за такого смеха, у меня мозг же останавливается. Полный ступор, что хотела сказать. А, ну да, я же не имею пока права начинать, потому как запись же. У нас, вот что я хочу узнать. У нас есть новички или нет? Если есть новички, откройте свой микрофон. А? А, ну да, она не прекращалась, да? Хорошо. Продолжаем. Друзья, если кто-то у нас новички, вы, пожалуйста, откройте свои микрофоны и скажите, есть новички, и я буду знать, как мне давать материал. Да, есть новички. Угу, хорошо, замечательно. Ну, значит, старички побежали делать свои дела, а с новичками...